Приветствую всех любителей вышивки ниточками и бисером. Хочу показать вам свои вышитые и оформленные работы. К сожалению, самые первые работы я вам показать не могу, так как первыми у меня были две миниатюрки, которые, к сожалению, утрачены, не сохранились. А третья моя работа была побольше «Лев и львица в саванне», но при оформлении была безнадежно испорчена, и поэтому пришлось ее просто выбросить. Из этих же трех оформленных работ, с первым я работала вот с этим набором от фирмы «Золотое руно». Тогда это был мой, можно сказать, самый первый такой большой проект. «Волчица с волчатами». Безумно люблю эту работу. Канва здесь 18 каунта. Ниточки, как и теперь уже знаю, «Мадейра». Тогда я еще ничего в этом не понимала, но вышивалась безумно легко, удобно. Получила я много удовольствия от этой работы. Обожаю взгляд этой волчицы. Море удовольствия получила, когда вышивала мордашки волчат. Работу безумно люблю. Даже когда у меня просили ее подарить, я отказалась, так как мне это... Работа очень ценна. Следующей работой моей была вот эта. Георгий Победоносец. Обожаю Георгия Победоносца. Я очень трепетно отношусь к этому святому. Очень трепетно относилась к этой работе. Но, если честно, она меня помучила, эта работа. Это был рисунок на канве, я уже не помню какой фирмы. Подбирала я ниточки гамма к нему. И проблема здесь была в том, что рисунок на канве, он не совпадал со схемой. То есть терялись у меня ряды и поперечные, и вертикальные, и горизонтальные. И приходилось немножко подгонять. Но так как это... Я и сейчас-то не слишком опытная вышивальщица, а в то время для меня это вообще было колоссально таки неприятно. Работой занималась подсчетом, подгоняла, но то, что получилось, мне нравится. Единственное, что вот оформила я ее не очень пока вот, но обязательно буду переоформлять другую рамочку. Это пока временное оформление такое, оно меня не устраивает, поэтому обязательно буду переоформлять эту работу. Ну и наиболее такой грандиозной моей работой это является леопард от Риолис. Вышивала шерстяными ниточками. Каунт 11. Вышивка частичная. В общем-то, вышивать шерстяными нитками мне понравилось. Что не понравилось? Уставала я от обилия черного коричневого цвета, и тогда не знала, что такое отдыхалочки. То есть у меня была твердая установка: закончила один набор, потом будешь вышивать другой набор. И поэтому получалось, что забрасывала я и этот набор, и вышивку в итоге более чем на год два раза. Теперь я такой ошибки не совершаю. Уже у меня есть отдыхалочки. Если я устаю от цветов одного набора, я отдыхаю на другом. Даже вот бисером увлеклась в последнее время. И еще какая постигла меня неудача. Здесь этого не видно. Но если приблизить вот так, то сейчас видно, что у меня не отстирался карандаш простой. До этого я все работы размечала простым карандашом. О маркерах тоже до видео на ютубе даже ничего и не предполагала, не знала. Поэтому вот и с частичной вышивкой тоже не работала. На полной зашивке, естественно, таких проблем не было, не видно было ничего. Но вот здесь, к сожалению, карандаш въелся просто и ничем у меня не отстирался. Но это будет для меня, конечно, уроком. Ну, если вот носом не возить по картине, то вот она висит вот так. В детской комнате у меня радует меня, моих детей, гостей поражает своим видом. Очень такой реалистичный, валяющийся в неге. Такой леопард.
Ну, на достигнутом я не буду останавливаться, конечно, работ мало, но я только начинаю, у меня все впереди. Спасибо за внимание, пока-пока.